24 декабря, Западная Украина, Закарпатская область, город Мукачево, улица Ивана Франка, ведутся асфальтные работы, срочно. Чисто мужская работа, канал 1Л, Леонард Ионович сейчас будет асфальтировать, техники немерено. Видимо, у них оплата тройная. Самое интересное, что все трезвые. Сейчас я вам покажу брата Романа. Это Роман, который подливает, подметает улицы. Это его кошка, собачка, а это он. Ну все, дядя Вань покурил, можно идти. С вами был Леонид Иванович. Впереди немеренный маршрут. Кстати, вот в этом садике я когда-то воспитывался. И было это в 1979-м, я пошел в школу. 5 лет, это 75-й, 73-й, 72-й. Давно это было. Это улица Писарева. И это автобус. Автобус везет детей в школу. Прям Дубай.